Всех приветствую на моем канале, с вами юридические новости. Если вы желаете поддержать мой канал, ссылка в описании. В Государственной Думе предлагают запретить увольнять одиноких родителей детей до 16 лет. Авторы законопроекта отмечают, что родители очень часто обращаются как в Государственную Думу, так и в общественные объединения с просьбой защитить их трудовые права. Одиноким родителям очень важно сохранять стабильную работу хотя бы до совершеннолетия их детей. Пока возраст детей, до достижения которого родители-одиночки будут защищены от увольнений, предлагается поднять до 16 лет. Сейчас работодатели не могут по своей инициативе расторгнуть трудовой договор с женщиной, у которой есть дети до 3 лет, а также с одинокой матерью, которая воспитывает ребенка до 14 лет, или в случае, если у него есть инвалидность до 18 лет.